Привет. Приехал я из Москвы. Имя Андрей Счастливый. И ты уже на ретрите Светланы? Третий раз, наверное. Третий раз? Да. Какой был импульс, причина, почему продолжаешь приезжать, почему приехал сюда на Алтай на ретрит? На Алтай, потому что в горы. Очень хотелось атмосферы, энергии, спокойствия, гармонии. Это вот то, чего не хватает мне по жизни. Притормозить, остановиться, насытиться, наполниться. Такое вот именно в состоянии гармонии, умиротворения попасть. А что привлекает к Светлане? Почему к ней? Вместе. Ну, то есть это все в комплексе, наверное. И Светлана спокойна. Есть такое ощущение мудрости, спокойствия. Да, вот так. Мудрость и спокойствие. Да. Был какой-то запрос прям конкретный на эту поездку? Цель, желание, что-то вокруг чего хотелось собраться? Прям специальный запрос. Вот специального запроса прям нет. То есть это в целом, наверное, поиск себя по жизни. Поиск разных состояний, ощущений, чувствований. Я себя чувствую спокойно. Ну, то есть вот мне это нравится. Потому что, ну, есть вещи, которые раздражают, есть вещи, которые заряжают, есть вещи, которые заставляют быстро двигаться. Ну и по жизни я нахожусь в таком состоянии. Энергичном, напряженном, производительном. Но для того, чтобы выдавать это состояние, необходимо состояние гармонии достигать. То есть именно спокойствие, насыщаться силой, энергией. Для меня основная сила именно в спокойствии. И я стремлюсь его достичь. Наверное, вот этот основной запрос, кстати, да. Тебе удалось реализовать это здесь? Это же как состояние, я называю это не бинарное состояние. То есть нет такого, что да или нет, или белое и черное, или ноль или единица. Нет, это путь. И, безусловно, здесь удалось, да, очень-очень многое. Как тебе нравится вообще идея с вот форматом перезагрузки, когда мы из зала комфорта перемещаемся, вот переместились в такие дикие места, приехали на Каракольские озера? Да мне зал вообще не нужен. Я бы даже там, где мы были в зале, я бы там был на улице, на природе. Но там вообще чудеснейшее место, оно меня поразило тем, что там нету вообще никаких москитов. Это, ну, обычно они заставляют с улицы уходить куда-то в помещение, да, а там просто на улице, на природе и нету. Вот, и мне нравится именно... Природа дает очень большую часть этой энергии, силы, гармонии, умиротворения. Вот. А здесь это нечто... Ну, я думаю, что догонять будет долго еще. Вот. Как тебе подъем на перевал, который вчера мы делали? Шикарно. Кстати говоря, вот вчера ловил себя на мысли, я почувствовал, что не устаю вообще. Нет. Я вернулась вчера с похода, я не устала вообще. Вообще не устал. Ну, то есть потом, когда мы пошли поверху, вот он перевал прямо передо мной сейчас этот... Мы пошли поверху, потому что я помню, что мы видели водопад. И хотели найти водопад, и прям по камням, по этим скакали. Вот, я переживал больше за жену, за сына, кто, да, как они будут перемещаться вообще. Как, не, просто тоже никакой усталости. Дождик немножечко подмочил, когда мы уже в конце подходили. Ну, сколько, 7 часов. 7 часов по горам, вообще не устал, как будто бы еще столько же легко. Слушай, ну ты вот не первый раз приезжаешь с семьей на ретрит вообще. Как вот это, приехать на ретрит с семьей? А как можно без семьи приехать? А как можно без семьи? Ну да, то есть это же зависит от вообще в целом, от отношений, от восприятия. Ну, младшие вот в этот раз не собрались. И, возможно, им было бы тяжеловато пока еще. Вот, потому что, ну, переходы, все вот это... И они еще не насытились своим таким. Вот, а старшие с удовольствием, ну, прям вот в этот раз. То есть раньше тоже говорил, даже задали ему вопрос, задал вопрос, а пару лет назад тебе было бы интересно это? Нет, сказал. Вот. А сейчас прям уверенно.
что да, очень понравилось. Слушай, а были какие-то у тебя за эту поездку инсайты важные? Ну, первые пару дней я, слушая Светлану фоном, да, то есть она отвечала на вопросы, я практически не задавал вопросов сам, вот, но очень много раскрытий самих, своих было, вот. Несмотря на то, что я вообще не хотел погружаться там ни в бизнес, ни в какие-то свои задачи, оно просто само как-то распаковывалось, я просто сел и писал в тетрадке параллельно, ну, написал, не знаю, страниц 10, наверное, списал в тетради. Это идеи по бизнесу? Идеи, да. Да, много идей каких-то, они начали прям раскрываться, формироваться. То есть сейчас это все еще реализовывать надо будет. Вот, а сейчас просто вот наслаждаюсь медленным течением. Да, вот что еще обратил внимание, здесь дни, каждый день тянется очень долго. Ну и световой такой... день долгий тоже надо отметить. Да, прям насыщенные такие. То есть вечером... вспоминаешь такое, а вот это вот когда было там, 2 дня назад, 3 дня назад, так это же сегодня утром было. Вот, и кажется, так давно уже было. Вот. Очень много насыщенное, и это нравится. Я хочу тебе предложить отправить послание Андрею, который посмотрит это видео, например, там, через полгода или через год. И чтобы ты мог ему сегодня, от сегодняшнего дня, из вот сегодняшнего места, из своего сегодняшнего состояния послать туда, в тот день, когда он откроет это видео, случайно, конечно же, и вдруг решит на себя посмотреть и послушать. Я, наверное, сказал бы, что ищи силу в спокойствии и умиротворении. Если вдруг становится тяжело или непонятно, что делать, сначала нужно прийти в состояние покоя и гармонии. И из этого состояния очень хорошо, очень легко принимать решения. А это, наверное, основное. И еще одно послание. Ну, оно наше, как бы, традиционное тем людям, кто никогда не был здесь, кто наблюдает, хотел бы, но по каким-то причинам сомневается, примеряет это платье на себя. Что бы ты напутствовал им? Кто размышляет вот уже об этой поездке, но по каким-то причинам не может принять решение, сомневается, может быть. Понять, правильное или неправильное решение можно только изнутри. То есть, если возникает желание посмотреть, а что внутри, то понять, правильное или неправильное это решение можно только это сделав. То есть принять решение, приехать, посмотреть, понять для себя. И, ну, если не понравится, соответственно, ну, ты будешь знать, что тебе это не нравится. А если понравится, то попасть в это состояние, в это окружение и уже быть уверенным. Ну, а как иначе? Я сам люблю приводить пример. Можно очень долго читать книжки о том, что, о том, как плавать, или бояться, что вода растворит мое тело, ведь это же самый сильный растворитель. Или просто пойти поплавать. Ты знаешь, так удивительно, ты рассказываешь о состоянии спокойствия, которое для тебя важно, и как будто бы с первого слова на протяжении всего этого интервью ты вот это состояние передаешь. Я в него потому что погружаюсь именно. То есть вот для меня эти дни это именно состояние... Я полностью отпустил вообще все то, что происходит на Земле, на большой Земле. Вот, оставил это все там, потому что, ну, забитая голова и душа, которая о чем-то все время переживает, там, ну, это не лучший помощник по жизни. Вот, а здесь есть холодная горная вода, которая на самом деле, она прям восстанавливает после вчерашнего похода, когда мы прошли много по горам, там, с уклоном больше 45 градусов по камням, и действительно, ноги пришли, буквально подрагивали. 3 минуты в этой воде, и все. Ну, то есть заново, как заново освежился. И вообще, в целом, мне вот сложно сказать, там, вот многие говорят, что я вот это вот чувствую, я вот это чувствую. А я в этот момент не чувствую. Блин, ну что они все чувствуют? Как мне это понять? А у меня состояние, оно другое.
У каждого свое, видимо. Каждый что-то свое ищет, находит. Способ восприятия. Да. Андрей, я тебя благодарю за это состояние. Я очень надеюсь, что те, кто посмотрит вот это интервью, смогут его тоже прочувствовать. Потому что мне кажется, оно сейчас такое плотное, что можно достать нож и разрезать. Для того, чтобы понять мое нынешнее состояние, нужно еще понять, какой я бываю другой. То есть, когда я бываю эмоциональный, когда я могу вспыхивать, как напалм, когда я пру, как танк. Это совсем другие состояния. Да? И в состоянии... Но я понимаю, что именно это состояние самое сильное. Состояние спокойствия, оно самое масштабное, емкое. Я буду очень рада, если мы увидимся на каком-то еще мероприятии Светланы и послушать. Я на самом деле люблю слушать именно вот эти распаковки. Вот эти все 9 листов, которые ты исписал, как они будут реализовываться, как ты будешь это реализовывать. И это всегда очень интересно. Мне тоже интересно. Это очень интересно. И Алтай лично для меня то место, где со мной произошло в том году, то же самое абсолютно. Прям очень сильно он меня расширил, именно масштаб, вот знаешь. Вот масштаб я чувствую, да. На самом деле, вот, наверное, то, что я чувствую здесь, что расширение, нет границ как-то. Оно большое. Спасибо тебе большое, я надеюсь, мы увидимся. Спасибо. В следующем году или раньше. Да, снова. Приезжайте, кто захочет попасть в такое же состояние. И послушать распаковки. Да, рассказать о своих распаковках. Себя находить.